Всем привет, ребята! Вы на канале Про Профи, и я предатель, как вы видите. Так, мне нужно всех кильнуть. Арам. Мне нужно всех кинуть. Так, пацан. Мне нужно пацана розового киваем. Был пацан, и его теперь нет. Ха-ха, самая смешная шутка. В смысле? Розового пива. А ты его умеешь? Вам это нравится? Сейчас, наверное, все напишут. Ага, сейчас, ты предатель. По-моему, я думаю, что так все скажут. Фигня. Скипни. Фигня, я же сказал. Тебя выгнали? Нет? Выгнали. Тебя? Да. Ладно. Они выиграли в этот раз. Играй заново. Что делать? О. Я играю. Все, пацаны, давайте. Так, 4, 3, 2, 1. Тут. Ну да, так. Опять! Так, мне нужно быстро всех убивать. Так. Я буду за. Я хочу белого убить. Вы же понимаете. Ну я не хочу, потому что тут рядом розовый, и он будет за мной следить. И за белым. И за мной. И за белым. И за тобой. Не надо за мной бежать, пацаны. Он бежит, значит... Он а, бежит! Вы предатели! Вы предатели, Жень! Не бежите за мной! Так, ну мы не знаем, что делать, пацаны. А этот пацан вообще смотрит по камерам. Давайте. Ай, что я нацелил? Что? Ну, пацаны. Я просто Майнкрафт играю. Нажали все на кнопку. Наверное, он с сапкой. Эй, ты с сапкой. Ура, розовый. Написал. А пацаны? Нет, ты хоть... Нажми нет. Нет. Ура! Красный не был предателем. Так. Кто был предателем? Так. Так. Сейчас ты выиграешь экран. Я победил! Ура! Давайте выйдем, пацаны. Ладно, пацаны, давайте в десятерную игру поиграем. Ура, теперь у меня есть кровать в Майнкрафте. Я проверю. Ну, заиграем 10. А. Так, буква А. Ты что с нами играешь? Буква А. Так, буква А. У тебя затянка копать? А, 4. Ура! 4, крутой. Влад, бумажка. В смысле? Ты не любишь Влада, 4. Это же самый крутой блогер в мире.
Так, А4. Ну, когда будет уже 10 человек, я не могу ждать. Это реально невозможно. 6. Папа. Еще 6. Ага. Это что, мой папа? Ура, мой папа! Наш папа вообще в другой стране живет. В России. Россия, 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 Россия. Ладно. Угадай, где наш папа? А это что, вопрос? Где так, вопросик. Папа? Что за что такое? Ладно. Так, начинаем. Кто же предатель? Ура! Я не предатель. Наконец-то. Наконец-то. А я когда играю, я всегда Предатель? Я всегда не предатель. Почти всегда. Почти? Только один раз был предатель? Нет, много раз был, но... Стоп. Очень редко бывает предатель. Так. Два задания аж. Стоп. Намного чаще я просто член экипажа. Так. Есть Ту-дун. Майнкрафт на экране на телефоне, который бесплатный. Его можно... Пацан, я боюсь тебя. Я боюсь. И... Знал, кто предатель. Ладно. Это да. Так. Так удобно же. Ты знаешь, за кого голосовать. Ладно, шучу. Так. Ты да, намного... Что? Кто? Где? Что? Как? Масака, ты что? Ладно. Что за фигня реальная? Тут Майнкрафт, там Among Us. Так, пацаны. Ну как вам у вас в Brawl Stars? А, в Brawl Stars говорю. Никого не выгоняют. Так. Мы будем вместе играть. Так. Я такой фиолетовый амунгасик. Меня зовут Амунгас. Если вы меня видели, подписчики, то... Вы зря. Я даже задание не успел сделать, как убили. Я понял. А затем ты видишь, как... Я понял. Давай. И что будет? Что будет? Это коричневый. За него 3. Если он предатель. Был не предателем. Да. Нет, был предателем. Ура! Ребята, на этом у нас все. Всем удачи и всем пока.